Здравствуйте! Сегодня буду готовить ленивые голубцы в духовке. Для этого понадобится мясо, лук, морковь, капуста, отваренный до полуготовности рис и любимые ваши специи. Мясо нарезаю кусками, чтобы его перекрутить. Лук нарезаю мелким кубиком. Капусту также нарезаю мелко. Складываю в миску и немного переминаю, чтобы она была помягче. В капусту добавляю мелко нарезанный лук. Теперь туда же перекручиваем мясо. Перетираю морковь на мелкой терке. Добавляю перец, соль. Все хорошо вымешиваю. После этого кладу отварной до полуготовности рис. И еще раз хорошо вымешиваю. Смазываю противень растительным маслом. И теперь лепим наши ленивые голубцы, хорошо приминая и формируя их, как котлетки. В мисочку кладем томатную пасту. Добавляем майонез. Хотите, можно вместо майонеза сметану. И немного воды. Все это хорошо размешали. Добавляем любую приправу. У меня это сухая аджика. И еще раз перемешиваем. И покрываем нашим соусом голубцы. Добавляем немножечко водички. И отправляем в духовку. Минут на 40. Из оставшегося фарша также формируем котлетки и отправляем в морозилку. Когда не будет времени или желания что-либо готовить, мы их просто достаем из морозилки, не размораживая. Выкладываем на противень, поливаем соусом и ставим в духовку. Ленивые голубцы в духовке готовы. Приятного аппетита! Подписывайтесь, чтобы получать новые интересные рецепты.